Народ! Народ! Вы что-нибудь видите? Нет? А это скидки на Черной Пятнице. Они вроде бы есть, но я их нихера не вижу. Всем привет, это я, Романович, и вот она настала, та самая Черная Пятница. И вообще, это тот момент, когда можно реально позавидовать Западу. Именно там те самые скидки, именно там снимаются те самые видосы. И там уже завтра к вечеру люди будут, конечно, с синяками, но при этом счастливые и довольные. Ведь у них будет приобретена какая-нибудь плазма за копейки или какой-нибудь iPhone 10 в два раза дешевле. Но мы живем в России. Да что уж там говорить, да те, кто и не в России живут, тоже не ощущают этот праздник Черной Пятницы. Ведь у нас привычно, что в магазинах постоянно на Черную Пятницу нам напаривают либо какой-нибудь старый, ненужный, завалявшийся магазинный товар, либо нам запаривают ту же самую мобилу, которую мы могли купить по другой цене два дня назад, а запаривают в полтора раза дороже. Но не все потеряно, народ. Есть наш любимый кэшбэк-сервис Letyshop, который старается и даже у нас организовать интересную и выгодную Черную Пятницу. Даже если какие-то магазины вам не предоставят каких-то супер грандиозных скидок, в любом случае вы с них можете поиметь кэшбэк. Не можете, а должны будете поиметь кэшбэк. Все, кто зарегистрируется на Letyshop или уже зарегистрированы, поделится в одной из соцсетей с друзьями, и третья сделает любую покупку с кэшбэком хотя бы на 1 рубль, автоматически принимает участие в розыгрыше вот этого смарткара. И уже именно в этом году вы можете стать счастливым обладателем. Но это просто приятное дополнение к Черной Пятнице. Самое главное, что с помощью Letyshop вы можете возвращать часть потраченных денег. И также устанавливаете их обновленное расширение, которое поможет не только не забыть о кэшбэке, а также наказать и проучить всех продавцов с AliExpress. Динамика цен на AliExpress и на GearBest это лучшее, что может быть. Теперь вы точно не ошибетесь. Ссылка на расширение, ссылка на конкурс и на подробные условия его проведения будут в описании. Участвуем и устанавливаем. Сейчас время 4:30 утра. Я просидел практически полночи в поисках скидки в китайских интернет-магазинах. В российских интернет-магазинах, конечно же, в МВидео и так далее, скидки есть. И зайдя на Letyshop, вы увидите все магазины, где есть и проходит Черная Пятница. А вот в Китае я вам должен конкретно тыкнуть, вот здесь выгодно, а вот здесь не выгодно, потому что это моя тематика. Сначала план действий такой. Переходим в магазин TomTop. Ссылка будет в описании. Здесь начинается в 10 часов уже неплохое, я вам скажу, жарево. Первый претендент это All Call Alpha за 30 баксов. Их будет всего в наличии 10 штук. Вы можете купить мобилу на Android за 30 баксов. Это ли не счастье? А дальше идет All Call Rio за 40 баксов, который мы с вами тестили. 40 баксов смартфон All Call Rio. Он у меня до сих пор еще вон там вот где-то на полке лежит. И это тот самый красавчик, который не убился. При том, что херачили мы его достаточно серьезно. Вы сейчас видите на экране. All Call Rio S будет стоить 60 баксов. Lego Mix будет стоить 80 баксов. Lego S8 будет стоить также 80 баксов, и что того будет по 30 штук. Ulefone Mix безрамочник от Ulefone будет стоить 109 баксов, и его будет 20 штук в наличии. Всего за 99 баксов вам обойдется смартфон Oukitel K6000+. K6000+, это та самая мобила, у которой 6000 мАч батарейка. Всего за 100 баксов. Потому что буквально вчера, когда я его распаковывал, он стоил где-то примерно около 10 тысяч рублей, то бишь около 180 баксов. А завершится вся эта церемония в 7 часов вечера смартфоном Lego S8. Не упустите момент.
Количество смартфонов ограничено, но оно реально не сильно маленькое. Если бы такое было количество, конечно, на AliExpress, то это все раскупили моментально, но на том топе может подержаться. Поэтому приберегите бабки и, начиная с 10 часов до 7, бомбите. Хоть что-нибудь, да точно зацепится. Следующий китайский интернет-магазин, который я вам рекомендую посетить в эту пятницу, это CooliCool. И самое главное, это сделать не позднее 2 часов дня по Москве. Потому что именно в 2 часа дня по Москве Umi Digi S2, красавчик, смартфон красавчик, по крайней мере за 259 баксов, сначала ты сможешь такой, ну не то. А когда он стоит 129 баксов, это уже офигенно. Здесь будут 50% скидки на 4 смартфона. Umi Digi S2, Jessie J9S, это неубиваемая мобила, которая, кстати, мне пришла, я просто еще не успел сделать анбоксинг и вам показать. Следующий смартфон, Meizu S8, за 89 баксов, к сожалению, ничего о нем не слышал и не тестировал. Ну и Elephone M2 за 109 баксов. Эти скидки будут в 2 часа по Москве. 50%. Успейте, пожалуйста. Теперь, что касается iPhone и AliExpress. Первое, что вам нужно будет сделать, это зайти в личный кабинет Leti Shops и активировать специальный промокод на 6% кэшбэк. Где вы еще найдете 6% кэшбэк на черную пятницу? Делается это одним движением. Сам промокод будет в описании под видео. Активировали кэшбэк 6% и теперь только можно переходить на AliExpress. На AliExpress я хотел показать всего лишь одну позицию. Это iPhone 7 за 36 тысяч рублей. Почему я так выделяю iPhone 7 за 36 тысяч рублей, казалось бы? Да потому что, например, в том же самом CityLink или M-Video он до сих пор стоит 42-43 тысячи рублей. А эта скидка получается в 7 тысяч рублей. И самое главное, что эта семерочка вам придет не из Китая, а из России, то есть с официальной гарантией и с постгарантийным обслуживанием, потому что покупать вы ее будете на Тимоле. Следующий на нашем пути древнейший китайский интернет-магазин Banggood. И он нам в этот раз предлагает покрутить рулетку. Здесь мне приглянули всего 3 позиции. Первое — это вот такие вот умные часы номер 1, модель F5. Номер 1 делает и смартфоны, номер 1 делает и еще какую-то технику, но также они последнее время занялись смарт-часами. Также мне понравилась скидка, достаточно хорошая, на Ulefone Mix. Всего 99 баксов в эту черную пятницу. Ну а всем любителям Xiaomi, на этом сайте я предлагаю заценить Xiaomi Redmi Note 4X за 124 бакса. 33 в наличии этих смартфонов, и у вас есть возможность реально еще успеть. Я проверял через Yahoo China, которую, в принципе, я вам всегда советую, что любые цены, чтобы была объективная картина, сверяйте через Yahoo China. Цены на AliExpress и в других китайских интернет-магазинах дороже, чем 124 бакса. А здесь черная версия на 3 гигабайта оперативы и 16 гигабайт флеш-накопитель. Дерзайте, ссылка будет в описании. А завершает наш сегодняшний хит-парад Gearbest, который проводит чуть ли не самую долгую распродажу «Черная пятница». Плюс также на Gearbest уже анонсирован «Киберпонедельник». Готовьтесь ко всем этим распродажам. И самое главное, что у этого сайта, надо помнить, есть и англоязычная версия, и русскоязычная версия. Xiaomi Amazfit стоили 27 октября 99 баксов, 8 ноября 89 баксов. А вот в данный момент, 16 ноября, мы их якобы со скидкой можем купить за 115 баксов. То есть китайцы, как с куста, с нас хотят наварить 26 баксов. И вот в очередной раз вы видите, как хорошо помогает расширение. Это реально удобно. Пользуйтесь, Gearbest и AliExpress теперь у нас под таким под лупой и контролем, что не смогут они нас натянуть, если вы, конечно, будете соблюдать вот эти вот правила. Распродают здесь экшн-камеры, самокаты, зубную щетку от Xiaomi. Также есть предложение по поводу DJI Mavic Pro, который продают за
1039 баксов. И это реально достойная цена. И здесь специальный купон. Во всем же остальном, как я уже и сказал, что 11-го было поинтереснее. Но вы в любом случае зайдите, посмотрите, оцените цены, раскидайте у себя в голове, посмотрите динамику и поймете, стоит или не стоит. Потому что, может быть, конкретно мне что-то не приглянулось. А вы посмотрите и реально найдете какую-то скидку. Вообще, вся тема вот этих вот распродаж — это поиски. Вот когда у вас есть поиски, тогда у вас есть и профит в кошельке. Если у вас нету поисков и вы просто тупо, как стадо, говорите, что типа нету скидок на черной пятнице, ну они реально никогда так не появятся. Скидки надо искать, выгоду надо искать. Никто не хочет вот так на блюдечке и с ложечкой вам класть. На этом сегодня и все. Вся черная пятница и все, что я вам сегодня рассказал, будет под видео. Заходите и смотрите. Принимайте участие в конкурсе, который будет еще в течение сегодняшнего дня запущен. Посвященный черной пятнице, мы же празднуем, мы же должны как-то и вас подбодрить чем-то интересненьким, поэтому участвуйте в конкурсе, он будет достойный, разыгрываем смартфоны и много интересных гаджетов от Xiaomi. Ну и что, подписывайтесь на канал и распространяйте этот ролик, потому что люди должны знать, какие же есть все-таки скидки. Все, давайте, красавцы, пока! 6 часов утра на дворе, черная пятница, я спать хочу, я еще не спал.